Я думаю, меня нормально слышно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, всем привет, сегодня всем Герасим Шоу. Сегодня, я думаю, такая не типа запись разговора с подписчиками, потому что сегодня должен был быть прямой эфир. Я, как всегда, ничего не проверил, как самый лох, ничего не проверил. Да, вот так. Так, ну, у нас сегодня... ну, вот так кто-то... О, ребят, привет. Подождите одну минутку. Привет, Герасим. Сейчас, подожди минутку. Так. Не туда нажал. Значит. Так. И я не понимаю, как добавить их в разговор. Я хочу, чтобы они меня добавили. Сейчас я их добавлю сам в этот разговор. Так. Давай, добавляй. В этот разговор добавить участника. Ну, я рад, что ты... Твою мать. А, есть люди, которые не это... Ну, давай первого добавим. Так, добавить участника. Твою мать. Ненавижу, надо вписывать это все. Синс, вот он. Так, первый наш чувачок. Звоним ему. Или звоним, я всегда забываю эту хрень. Син? Или как тебя звать? Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Ага, ясненько. Как вы хотите отпраздновать Новый год? Окей. Так, подожди, я когда-то делал свою папку. Вот моя папка. Так. Вчера весь вечер сидел. Да. Так. Это вот. А где ты будешь праздновать Новый год, Тамир? Ну, это ясненько, это мы праздновать в одном городе. Ну, где? Дома, на даче или где? Дома. Дома, ясненько. Тамир, да, точно? Тамир. Извини, я буду ошибаться с вами, прошу извинения. Как ты относишься к новым обновлениям в танках онлайн? Ты играешь в танки онлайн, да, точно? Да. Ну вот, как тебе новые обновления в танках онлайн? Нормально. А можно тебя попросить о одном одолжении? Давай. Можно говорить не, ну, нормально, потому что, ну, как-то говорить в тему, в том смысле, показать плюсы и минусы этого обновления. Можешь сказать, какие тебе понравилось? Как? Ну ты какой-то молчивый, это какой-то такой забитый чувачок. Мне нравится пыль. Не нравится тебе? Пыль? Обзор не мешает. А, пыль, ясненько. Да, пыль, она всегда мешает всем. Даже когда едешь по дороге. Ясненько. Так. Блин, это не вопрос, а вот вопрос. А что ты хочешь получить на Новый год, Амир? Не знаю. Ну ты точно должен знать, потому что ты, ну что ты хочешь на Новый год? Давай, что ты хочешь на Новый год? Давай, говори. Деньги? Деньги? Ну все деньги хотят, знаешь. Ясненько все. У тебя какое звание в танк? А, ясненько. И сколько ты играешь в танки онлайн? Месяц? О, ты, может, только начал, да? Да. А и вышел на меня, ясненько. Понятно. Ну, спасибо тому, что ты уделил нам время и ответил на вопросы. Ты добавил меня в танках онлайн, где мой первый аккаунт? Ну, новый. Нет? А, ну... Добавил уже? Сейчас. Там это, не генералиссимус Герман 701, а у меня там второй появился, где я с самого начала начал там. Да, добавься, я тебя добавлю обязательно, потому что ты только начал, а я помогаю людям, кто только начал. Но спасибо тому, что уделил нам время, я пошел к другим людям общаться с ними. Все, давай, спасибо. Так, ну и мы идем дальше. Я не знаю, это правильно или нет. Так. Какой-то забитый, да, чувак? Да, какой-то забитый чувак, я такой, окей.
Так, идем дальше. Ну ты тоже помогай мне, там вообще идите. Их надо добивать как-то. Че я-то? Я вообще сижу в инете здесь, потапона третьего качаю. Сучка просто. Так, Рома Балачук. Вот, Рома Балачук. Там не попадется такой же мелкий. Рома Балачук. Да не все мелкие, без обид. Да? Да. Вот прям все. Ну я не знаю. О, привет, Ром. Как твое новогоднее настроение? Хорошо. А где ты живешь, Ром? В Украине. О, круто, я люблю украинцев, ну чуть-чуть люблю. Ром, а где ты будешь праздновать, ну, Новый год? Дома или на даче там где? Дома. Дома, ясненько. А что ты хочешь, что ты мечтаешь получить в этот Новый год? Я? Да. Донат на 1000 рублей в танке Night. А, я понял твой намек, Ром. Все ясненько. Он нищий, у него денег нету. Да, я нищий, у меня денег нету. Так, а как, Ром, ты относишься к новым обновлениям? Так, хуёво немножко. А, ну, расскажи, почему? Во-первых, это, ну, немного игра стала плохая. А, ясненько. Ну, это минус. А плюсы есть какие-нибудь у тебя? Ну, да, такие, конечно. И какие? Плюс фонд 60%. А, ясненько, ну понятно, ну да. Ром, ты сколько играешь в Танки Онлайн? Я? Да. 2 года. 2 года. И сколько у тебя за эти 2 года аккаунтов? Было 3, их все гнали, теперь 1. И начал с самого начала, да? Или у тебя какой? Да, ясненько. Ты, видел, я тоже начал с самого начала. Да, ты добавился к этому аккаунту? Друзья, ну, еще нет. Нет, да, добавься, я тебе, конечно, приму, потому что я помогаю людям, кто только начал. Давай, я буду... Я уже не начал, я уже 5-й оурен. Ох ты такой быстрый, ясненько. 2 месяца, конечно. А, 2 месяца, ну тогда все. А то ты сказал, только начал, я ясненько. Ну, я тоже, я думаю, так, за 2 месяца буду 5-й оурен. Я тебе хочу купить комплект Корпусовым 2. Все... Купил М1, нужно еще корпуса. А, ясненько. А какой твой любимый корпус и пушка? Хорек. Хорек, ага. И рикошет. Рикошет. Ну, рикошет понятно, почему... А почему... Рикошет, конечно, немножко понерфили, но играть можно. А, ясненько. А как ты относишься к этим вот дополнительным фигням? Вот эта масса, энергия, вот... Как ты к этим относишься? Зачем они? Да, вот да, ты правильно говоришь, да, ну потому что там есть люди, которые как-то не понимают, я не понимаю там что-то энергии или что-то там где-то было в броне, в корпусе, там половина непонятно, зачем это. Да, ясненько, Ром, с наступающим Новым годом тебя, Ром, спасибо, что ты уделил нам минутку времени. Да, давай, успехов тебе в Новом году, удачки, и чтобы у тебя в Танках Онлайн просто ты всех нагибал, как я. Все, да. В Скайп? А я добавил тебя в этот Скайп или нет? А, да, я тебя добавил тебя в этот Скайп. Я просто сижу в этом Скайпе, потому что тут все подписчики, а мой личный, я с друзьями общаюсь просто, Ром. Просто вот так. Ну спасибо, Ром, что опять уделил нам свое время. Давай, да. В новом году увидимся, я думаю. Все, давай. Пока. Вот это мне чувачок понравился. Четкий. Ну блин, чувак, я тебя не буду принимать, друзья. Это тоже личный скайп. Ясненько. Вот тут каких-то 2 чувака, наверное, вот этого чувака добавить. Так, добавить. Так, отправить запись. Так. Извините, я никого в друзья не принимаю. Так, сам что, ясно. Нет, злодей, писюкастый. Писюкастый, да. Ясненько. О, твою мать, как тут поехало так. Блин, а чувак, я как... Я скачал 3-го потапона на русском. Всё, так, мне надо звонить. Подожди, ну ёк ты парки, тут еще один чувак, давай. Алло. Алло, привет, представьтесь. Как? Ну, Егор меня зовут. Егор, ясненько. Егор, где ты живешь? В России. Ясно, что ты в России, город.
Москва. О, москвич. О, москвич, круто. Мы тоже москвичи. А, Егор, как ты... Нет, нет, тупой вопрос, подожди, я формулирую. Вы не издеваетесь. Чё, мы не издеваемся, Егор? Подожди, ты... А у тебя есть аккаунт хороший? Егор, я чё-то не понял. А? Да, ну да, и чё? А ты на нём играешь? Да, я на нём играю. Какой-то ты борзый. Окей, Егор, ответь на пару вопросов, окей? Окей. Егор, что ты мечтаешь получить в этом новом году? Только недорогое, то Гера это не исполнит. Да. Повтори, Егор. Планшет хочу себе. А какой ты хочешь получить себе планшет? iPad, да? Или? Да. О, ясненько, iPad хочешь себе. А, Егор, скажи мне, какой последний iPad? Я что-то, ну... Ну, этом... я не iPad, я хочу планшет такой фирмы Pippo S1, ну... О, я слышал о них, говорят, что хорошие планшетники делают. А, ясненько. А, как, ну, ты сколько играешь в Танки Лан, Юр? Если мне сейчас 10, месяцев 3 играю. Я только начал. А, ясненько, ясненько. А, ну, ты, ну, как вышел на меня, на Герасим Шоу? А я видео твое смотрел, как ты на Мамонте Громе играл. А, ясненько. Ты видел, что я начал с самого начала, ну, новую рубрику, да, где... Я... А, не видел. Не, не видел? Не, не видел. А, я хотел подписаться, но что-то меня специально как будто свет вырубили. А, ясненько. Я хотел нажать, меня свет вырубили. Ясненько, ясненько. Ну и, ну, слава богу, ты в скайп добавился. А, ну... Можешь дать яхту поменять, пожалуйста? Егор, ну понимаешь, статья 2.1.2, игровой кодекс гласит, что нельзя передавать свой аккаунт другим людям. А ты же потом пароль поменяешь. Ну, Егор, знаешь, законы не законы, их нельзя нарушать. Вот, ну, я люблю... Ящик. Я люблю законы нарушать, но не такие. А, чё говоришь, Егор? Опа, сирена прозвучала. А, ты играешь сейчас в Танки Лайн, понятно. Понятно, Егор. А на Новый год будет хоррор. Ясненько. А, Егор, а как ты относишься к... Ну, ты видел раньше Танки Онлайн? Или ты только вот, ну, да, зашел, когда... Я видел. И как тебе вот это новое обновление, которое вышло? Говнище вообще. Ясненько. А почему? Вы испортили, а теперь ездите. Тогда хотя бы... Ну, тогда хотя бы были как бы... Ну, лучше тогда по-любому было. А, ясненько. Ну тогда ты прав, я согласен с тобой. А можешь сказать, ну, плюсы-минусы, ну, какие тебе нравятся, какие тебе нет? Ну, минус то, что тогда голды падали без продвижения. Ну, мне как-то это, ну, лучше нравится. А, и, ясненько. А плюс, а, минус еще, то, что пушки и корпуса меньше стоили. А, да, и да, да. И тогда еще вот эта физика гребаная, хуйня какая-то вообще говно. Ясненько, все понятно, Егор. А, ну, спасибо, Егор, что ты уделил нам свое время. А, хочу тебе пожелать в наступающем новом году удачи, успехов, и чтобы ты прокачался до генералиссима в Танках Онлайн. А, ну и чтобы... А можно с вами поболтать, пожалуйста? А, ну, извини, Егор, мы записываем запись, мы просто разговариваем. А, мы записываем, ну, как мы разговариваем с подписчиками, ну, и... Танки? Ну, нет, кто в скайпе у меня звонят, вот просто звонят, и я отвечаю им, Егор. Вот такие делишки. Ну, спасибо, Егор, что уделил время. Не скучай, мы еще позвоним, если никто не будет. Да, мы тебе еще позвоним, да, Егор. Все, давай тогда. Пока. Удачки тебе. Ну, мне понравился малыш, 10 лет, ну круто. Так, у нас тут два чувачка. Как сапожник. Как я раньше мучугался. Так, позвоним Данииле. Вот Даниил какой-то. Мы вообще не любим Даниил. Просто... Как, мне все равно лично, кто там Герой. Не, подожди, я люблю Даниил. Моего Даниила я люблю. Bad Good Games. Это у меня, конечно... Масло никого не любит. Масло, это масло с яйцом. Так, звоним Даниилу. Так. Даниил, привет. Где ты живешь? Зачем? Прям так сразу. Ну, в том смысле, ну, в каком городе ты живешь? В Москве. О,
О, ясненько, тоже. Ты, подожди, он москвич? Да? А, Егор, ой, ой, извини, что, Егор. В нашем районе квартиру. Да, и, да, под, и по, подъезд, да. Да мы шутим, Данил. Да мы шутим, Данил. А, сколько ты играешь в Танки Online, Данил? А, вот этот вопрос мне это задавали уже Орнку Пятому. А, мне 9 лет, я играю уже тоже 2 года в ТО, но как-то у меня аккаунт уже перебанили, я участвовал в клане Отважной Акулы, был там главой клана. О, ну тогда, ну я вижу, ты такой дерзкий пацанчик, я вижу. Молод, но опыта у тебя видно много, я как я вижу. А, ну что, Даниил, а, ну как его, а, ты был в беседе с Ромой, вы сидите, да, он нам, ну, рассказал давно. А, короче, я сейчас через 2 кило получаю звание уже, Орден 3. О, красавчик, красавчик. А, Даниил, а что ты, ну, что ты мечтаешь получить в этом новом году? Я не знаю, но я, ну, ДК, ДК хочу, в Новый год ДК хочу, хочу себе улучшить этот, Хорнетом один, Гуар купить, повышенный опыт, потом после Нового года буду донатить нормально, на 1200 рублей куплю, куплю себе этими комплектами разными, так что все норм будет. О, ясненько, ну ты такой, я вижу, ты хороший игрок в танках лайна, я вижу. А, Даниил, а как ты относишься к новым, о, сколько ты играешь, я забыл. 2 года. А, ну, я пропустил, я прослушал. А как ты относишься к новым обновлениям и скажи плюсы и минусы? Ну, микропрокачки, вот, есть некоторые минусы, даже очень много. Ну, вот ты же знаешь, бывает такая фигня, то, что, вот, например, даже можно было бы добавить грому. Меньше самурон можно было бы. Это вообще бы великолепная пушка была, я считаю. Потому что если бы можно было в микропрокачках, там самурон уменьшить. Рибаланс мне вообще не нравится. Ну, конечно, да, но мне уже... Мне он на самом деле понравился, потому что мне уже было неинтересно качаться. Я прокачался там уже до полковника, мне уже неинтересно было играть. Но после Нового года вот как-то меня потом забанили, до релиза, но после Нового года забанили, вот все, мне последний килл. Да, я получаю орден эксперта. Красава, я похлопаю тебе, сейчас, подожди, я вафельку положу. Так, я похлопаю тебе. Так, а, ну, молодец. А, можно сказать все, что я хотел у тебя спросить. А, что ты думаешь? Я могу сказать все. Да, все. Я, значит, вопросы закончились. Просто. Можешь. Я свой канал смотрю, вот прямо сейчас. А, да, там должен быть, и сегодня должен был прямой эфир быть, а, ну, ну и, Гера, как всегда, не оплатил ничего, поэтому нет. Да, я там не оплатил пару штук, ну, бывает, и завтра он будет, завтра, 31 декабря. Типа вот, вот прям самый предпраздничный стрим. Да, это, я думаю, веселее будет. Я вижу, ты только Death Raider прокачался, так и не играешь, блин, мне звонит Рома. Да-да-да, я сейчас себя тогда отпущу, но... Не надо, я хочу с тобой поговорить. Не, ну ты так сейчас останешься со мной, просто мы сейчас пойдем дальше, потому что тут еще народ... Много народу звонит. Да, просто очень много народа, но, Данил... А ты на каком аккаунте, на своем генусе будешь играть, что ли? В прямом эфире я буду играть на старом и на новом, и еще завтра еще много чего будет, я тут еще... составил. Окей, ну я с тобой точно поиграю. О, окей, да-да. А, ну, Даниил, спасибо, что ты нам дал свое... Да, уделил нам внимание. А, хочу тебе пожелать в наступающем году успехов, удачки, и чтобы ты просто так продолжал свои спасибо, успехи. Да, продолжал спасибо, свои успехи онлайн. В Танках Онлайн, да, и давай, с Новым годом тебе, с наступающим. Вас тоже. Все, да, давай, пока. Побольше долларов вам. Давай, спасибо. Пока. Да, ну мне этот чувачок так понравился. Так, добавляем. То, что первый. Да, первый. О, ну давай не будем его забивать. Давай не будем его. Давай не будем его забивать. Вот блин, у меня, короче, одни наушники. Я с тобой болтаю, а другие наушники в патапоны играю. Ха-ха, сочка. Я тебе, конечно. Сам же и вафелька. Поехали. Да. Алло. Стрим будет завтра.
О, блин, ты так, блин, ты так. Да? Как так? Блин, ты так фонишь, блин, пиздец. Ну да, но я его перенес на завтра, потому что я сегодня, ну, как сказать, небольшие проблемки какие-то, которые надо целый день решать. Ну иди в жопу. А, ну там написано, я тебе сейчас скажу, да. Ну ладно, ты. А у него нет аккаунта. А, он завтра будет 30, ну, завтра 31 в 8 часов. Да, вечерком. Все, спасибо, Влад, давай тогда. Окей! Да, что-то он такой... Да, самый быстрый этот, и он получает... Ничего. Так. Сейчас я ищу. Только сейчас видел вообще гигантская пати, куда-то делась. Просто вот пати был просто. Куда-то делась. Помню, вот эта пати, да? Правда, где пати? Вот, блин, все. Гигантская пати была, где она? Ну давай просто позвоним кому-нибудь. А? Это что за чувачок? Ну я не знаю, сколько ему лет. Go в то. Вот хочу тащить бой. О, он вот играет. Забыл. Сейчас не просто добавлю. Так. Где мы сидим? Вот мы сидим. Так. И добавляем, не знаю, возьмем трубку, нет? Так. Так, звоним, я чайку попью. А вот на столе не взял он трубку, ты пидорас. Ла-ла-ла-ла. Извини, я запикаю. А, я запикаю, не пасть. Так, за... А вот еще один, подожди, это он есть. Да, это он есть. Подожди. Потом будет послушивать потом. Нет, пошел. Добавить. Удалить позвать из данной группы. Так, давай. Альфа-фиту пойду. Так. Кто тут у нас такой нормальненький? Так. Хорен. Хорен, так. Влад. О, так тут написал. Рома опять. Я а можно в прямом эфире? Можно вам в прямом эфире? Так, так, ты все кто-то написал. Ну-ну-ну-ну. Лай-л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 ай. Блин, где еще? Че, все, закончится? Че, давайте. Я помню, с ним разговаривал, да, с ним. Блин, где пати? Вот сейчас была гигантская пати, куда все разошлись? А, вот, смотри. Данил. Блин. Ладно. Оксана какая-то хотела. Оксана. Когда стрим? А, блин, а сейчас я буду говорить. Блин, я в коммент напишу. Завтра стрим в... Все, я думаю, увидят, не слепые. Так, это когда было? Вчера. Денчик. Еще один денчик.
Владик. Латвия. Не, я с латвийцами вообще ни хрена. Так. Тёмыч. О, Тёма. Ковалёв. Взрослый чувачок, я вижу. Давай, добавим. Тёмочка. Тёма. Тёма. А Тёма это кто? Артём. Просто я ласковые имена не помню. У меня-то особое имя. Добавляешь Герочка и всё, всё круто. Ещё забыл. А, Артём? А, привет, Артём. А, тебя Артём, да, зовут? Все, ясненько. А, Артём, где ты живёшь? Круто. А, сколько ты играешь в танки онлайн? Года 4. Ух, ясненько, как я, можно сказать. А, мой родственник. А, Артём. Да, окей. А, Артём, как ты хочешь отпраздновать этот Новый год? Даже не знаешь. Как так? Я думаю, у всех людей перед Новым годом есть планы, как они его хотят отметить. Ну. Ты еще не придумал. А, 31 будешь там, 12:00. О, господи, господи, ничего не придумал. О, господи. Ясненько. А, что я хочу тебе сказать? А, сейчас. А, как... А, ой, не-не-не. Что ты хочешь, ну, на Новый год? Ну, что ты мечтаешь? А, у тебя все есть, да, Артём? Ясненько. Ну, понятно. А... А, как тебе новое обновление в танках онлайн? Ну, круто, только вот то, что цены повысили, это вообще фигня. Это просто жопа местная. Ясненько. А, ну, а какие, ну, плюсы и минусы этого обновления? Расскажи подробнее, пожалуйста. Ну, плюсы, я даже не знаю, но с микропрокачками, например, сделали всё. Ну, ясненько, ясненько. А... Ты, ну, вот за 4 года сколько у тебя аккаунтов? Ну, как-то расскажи за одну минуту свою историю за 4 года. Ну, вот я когда первый раз начал играть, первый аккаунт у меня был просто КВ, я там докачался до генералиссимуса, вот сначала перед обновой я был маршалом, потом докачался до... генералиссимуса, а второй аккаунт, вот я сейчас качаю его, Алекс, ну, Аур офицер 4. Ясненько. Ну, понятно. За все эти 4 года, вот эти два аккаунта, но... И на Алекс я был уже давно маршалом, но из-за того, что я друзей качаю, у меня не получается свой аккаунт качать. А, ясненько. Ну, может быть, ты помогаешь людям, да? Ясненько, ну хорошее дело ты делаешь. А, ну, ясненько, Артём. А, у вас в городе какая, ну, какое время сейчас? Без 10:06. А, без 10:06, понятно, есть у вас там больше, понятно. А, ну, спасибо, Артём, что уделил время мне, и спасибо, что ответил на вопросы. Хочу тебе пожелать в наступающий год удачки, успехов, и ты молодец, что помогаешь своим ребятам, качая их в танк хлам, ну и не забывай про себя, что надо еще себя качать. Ну, вот, сказать, это все, Артём, что я хотел. Все, давайте. Спасибо, Артём, давай, пока. Так, ну, мне Артём тоже понравился, и Вова куда-то делся, твою мать. Ясненько, у него там какие-то проблемы с братом. Так, и у нас тут еще один чувак из Казахстана. Эрбик. Эрбик. Сейчас добавим Эрбика. Так. Эрбик. Данчик. О, стримак. О, Новосибирск. Ясненько. А мы посидим, покурим. Подождем нашего друга Вовчика. Может, ну, еще одного чувака. Еще послушаем и пойдем. Найдем какой-нибудь такой. Ух, кто? Владик. Не, Владик я искал. Так, вот кто хотел со мной поговорить? Так, Ярославль.
Россия. Так, горло сядется. О, мне чувак с днём рождения поздравил. Самара, Россия. Забыл. Дима Москвитин. Ну, можно добавить его, поговорить с ним. Артём Монастырь. Вот, дотка, с днюхой. Вот, в дотку играет, понятно. Москва, московская... А, москвич тоже, как мой. Ну, давайте добавим. Вов! Понятно, Вова куда-то делся. Так, Артём Монастырь. Так. Второй Артём будет у нас. Так, я буду думать, если он там не шумный будет. Он такой, твою мать, так, твою мать. А, Артём? Да. А, привет, Артём, а, ты, я думаю, знаешь, кто я такой? Да. Понятненько. А, Артём, я могу тебе задать пару вопросов? Давай. Окей, давай. А, где ты хочешь, ну, где ты будешь праздновать Новый год? А, ну, ты как мой москвич, да? Ну, я временно в Москве, я поеду 21-го года. А, ясненько. Ну, ты можешь сказать, типа, москвич и типа нет. Понятно. А, Артём, а что ты мечтаешь в этом новом году? Ну, знаешь, Артём, перед тобой был человек 15, они сказали то же самое. А я ему в ответ Танечу говорю, а это мой друг Вова, он со мной просто сидит. А, и Танечу они сказали, и почему, что я им сказал? Я им сказал, у вас видно все есть. У тебя видно все есть, Артём. А, ну, Артём, сколько ты играешь в танки онлайн? Ну, вообще я играю, вот, оригинально. Я сейчас не играю, я после баланса вообще запросил. А, ну, Артём, хочу тебе сказать, что ты молодец. Вот, молодец. Молодец, просто. Я тебе... Палец вверх даю тебе. Ясненько. Артём, а, ну ты, можно сказать, не видел, что дальше было после ребаланса, да? Да, я захожу. А, ну, ты когда... Да, и как ты к этому относишься? Ясненько. А, вот это шутка у тебя. Ясненько. И, ну, расскажи мне свою историю за одну минуту, давай. Ну, что ты... Да. Звание бригадир. И у тебя была... Модификация большая. На данный момент у меня сверху формула. Сейчас займусь. Ясненько. Да, конечно, Артём, я... Моё имя Герман. Герман? Да. Почему Герасим? А, ну, знаешь, история такова, что начал это всё... Знаешь, Большого Я? А, он где-то рассказывал. Да, Большой Я. И Большой Я начал эту всю историю, ну, он потом это забросил, а я взял это всё на свои руки. И я думал, как назвать свой канал, и когда сидел, ну, я Герасим, меня так раньше в школе называли, и по телевизору была какая-то передача, она там как-то называлась как-то шоу, а я такой, Герасим шоу, круто звучит, просто запоминается, и все, и так придумал свой канал. Вот такая история. Да, ну я раньше играл, вот я хочу, ну, как-то начать играть. Это, ну, давай. Он просто хочет начать в карстовку. А, это сучка, иди в жопку. Ничего. А, Артём, а ты играл в игры от Blizzard? От Blizzard. Ну, он знает, что такое Blizzard и Blizzard. Они все знают. Ясненько. А как ты относишься к, ну, Вову, World of Warcraft? Ну, не затянуло, да? Да. Ты, видно, один человек, которого не затянуло. Меня тоже. Ну, понятно, я начинал в компании. А, ясненько, у меня тут все упало. Понятно, Артём. А, ну, ты там увидел, посмотрел, какой у тебя там ранг в танках? Ну, я так смотрю, хороший комплект
какого. После 3 года. Ну. Да, для звания хорошо, понятно. Ну, Артём, ну что хочу тебе сказать. Спасибо, что уделил свое время. Хочу тебе пожелать в наступающем году удачки, успехов и успехов в Dota 2, как вы это играешь в Dota 2. Да, хочу, да, давай. И чтобы ты стал коренным москвичом. Не, почему? Просто у нас что-то все говно, да? Ты прав. Я просто пошутил, окей. Но спасибо еще раз, что уделил время. Давай. Да, с наступающим, пока. Вот так, мне этот чувачок больше понравился, чем все остальные. Ну, мы должны... Ну, как всегда, Вова куда-то свалил, чтобы поднять. Ну, что вам хочу сказать, завтра будет прямой эфир, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, и если вы хотите поговорить, я думаю... И если вы хотите поговорить, я думаю, я уделю вам часик времени, ну, в новом году, и это, конечно, будем записывать, и я думаю, ну, там, в субботу или в воскресенье часок я вам буду уделять, чтобы разговаривать с подписчиками. Вот такая вот тема у нас будет. Да, а то как-то хрен знает, что вы хотите от меня. Ясненько. Ну все, всем пока и всем хорошего Нового года. Всем покашки. О, подожди, а что нажать-то? А вот это нажать-то? МД.